Ну что ж, начинается игра. Вижу, что идет лайв. И мы смотрим решающий матч в группе F за выход из группы. Virtus.pro против BGD Online. Да, у нас тусканчик. Да, тускан. И нашим ребятам нужна только победа. Если наши ребята проигрывают, либо берут ничью, то из группы они не выходят. Поэтому только победа. И тогда наши ребята попадают на DTS плей-офф, и именно его мы будем смотреть сегодня. Но не будем звать вперед, смотрим на первый раунд. Уже успел где-то Акселера сделать минус. Потом там коты. Серьезно, сейчас поджимает, да, скотов. Акибакин пытается выжить, но у него не получается. Ой-ой-ой, 3 в 5. 3 в 5, и сейчас под Б будет перетяжка, безусловно, Акселя забирает. Так, минус от Майса. Так, у нас только хуч с бомбой и хуч по зигзагу. И не факт, что Virtus.pro, конечно, пойдут по банану. Им надо бы вернуться по-хорошему. Масина перестреливает от перемычки, уходит обратно. И 2-2 будут держать контры. Пытаются на банане что-то сделать наши. Кого-то вытереть, пока там никого не находят. И, ну, нужно убивать центр. Нет, пока нет возможности. Лекс, к сожалению, нарвался 12 хп своими. Там уже надо их принимают хорошо, еще и... Ой, ну да, все, склеились наши, не смогли зайти нормально на Б-плант, и в итоге пистолетка осталась за ребятами из Сербии. Опять же, медленные пистолетки не оправдывают себя совершенно. То есть попытка вот этих холдов, шевелов, там, разводов кого-то куда-то, все это пока выглядит неэффективно. Не понравилась мне пистолетка с поляками, и тут она тоже, в общем-то, ничего такого особенного из себя не представляла. Так, я вижу диглы у наших ребят, идут по котам. Ой, убивает, первый минус, второй минус. Так, Лекс, русский дигл. Ой, ну что там происходит? О боже, Лекс, что это? Я совсем удачно сыграл. Ну, в принципе, минус дал, правда, своего. Там уже минус 3 от Лекса. Смотрим. Кибакин. Совершенно непонятно произошло. 2 в 2. Шукиса из дома и Масина. Ну, тут Лекс. Да, Лекс попытался все-таки с Масиной постреляться, но не получилось. В принципе, оружие неплохо так наотжимали наши. Ну там вот если бы это не заминка в центре, если бы не минус Лекса, потому что там в итоге два игрока были в упор наш. По-моему, Кибакин, по-моему, был. Прямо можно было ножом резать, но что-то там, в общем, несуразное произошло. 2-0. Наши берут... флешки всего лишь, там вроде бы диглов особых я не видел, поэтому будет быстро куда-то слив через флешку. Нет, диглов нет вообще, да, флешку Кибакина. Смотрим. Зигзаг, наверное, пойдут. Да, зигзаг. Ну там серьезное такое усиление под зигзагом, двое игроков держит. В принципе, банан-то более реально выйти, да, именно это и происходит. Лекс плюс дает враг еще, сейчас кто-то займет позицию, май ставит, ох-ох-ох, Вадиму надо бы поставить. Но, открываются но, да. Уже контры под флешки, поставлена сейчас бомба. Лекс. Отлично. А, да, он тут попытался маленький подвиг сделать Алексей Колесиков, не получилось, но бомба поставлена, в общем-то, все хорошо. И в отличие от предыдущей игры, Лекс сразу вошел в игру очень активно. Очень неплохими фрагами он тут отличился. У нас, правда, вот пока Evil с хучом немножко провисает. Но это не страшно, в принципе, закупочный раунд. Ну, сейчас у них будет шанс вполне исправить ситуацию, набрать фрагов. Причем Лекс 4 на 3, это еще плюс 2 фрага, которые он сделал. Без тимкилла-то. Надеюсь, что Лекс будет тащить. Такс, все хорошо, масс под коты, майс центр. Там поджим как раз зигзаг от контров, они не угадали с направлением. И сейчас было бы хорошо очень быть на... А, или тут центр Пуч. Поджим. Так, ой-ой-ой. Майс где у нас отвалился. Но поджали сейчас малый квадрат, очень серьезно, ребята из Сербии. Идет, у наших идут подсадки, Кибакина тут надо от стрельбы сыграть более надежно. Сейчас он это и будет делать. Проходит он на план. Ой, да, отличный хедшот дал. Хороший хедшот от Лекса. Правда, Лекс сразу же разменяли. Ситуация далеко не самая однозначная. Сейчас Ивел Кибакин против Массины и Алексера. Акселера, прошу прощения. И его пострелял. Сейчас Кибакин должен убивать. Да, минус от Кибакина. И все, есть инфа по котам. Оба смотрят. Все хорошо, думаю, должны брать. Да, главное вдвоем. Что-то не должен делать. Главное сыграть вдвоем. Да, да, все надежно отыгрывает
Колесников и Гаранин. 1-3. Первый закупочный раунд остался за Virtus Russia, как они подписываются сегодня. А вот сборная Сербии в лице команды Белград Онлайн. Ну, пока вот за счет хорошей пистолетки все-таки впереди находится по счету. Ну, посмотрим. Так, там должна быть еще одна закупка. Нет, все-таки эко-раунд. Эко-раунд, причем они масса занимают. Засада, а наши ребята в малом квадрате. Если разрыв на Б, будет вообще все шикарно. Ну, наши разыгрывают антигановый дефолт, то есть ожидая, что у противника может быть закупка, они стараются сыграть очень аккуратно. Вот, использовать преимущество в деньгах, которые у них имеются, там есть определенное преимущество по закупке, по гранатам. Вот, именно от этого преимущества будут играть. Но, в принципе, как только ВП поймут, что сербы играют с пистолетами, они должны более агрессивно себя проявлять. Вот сейчас Май с Иволом проходит по зигзагу. Лев будет проходить, видимо, в район банана. Да, это будет выход. Выход Б. И, в общем-то, мы видим, что без особых проблем Virtus Pro выйдут на маленькую базу, на маленький плант, потому что все сербы находятся в районе А. И сейчас, кстати, будет поджим интересный, и, мне кажется, Evil должен справиться очень хорошо. Да, он все смотрит, все контролирует. Повесил уже несколько отличных хэдшот, сейчас будет второй, ну, третий. Да, все хорошо, второй раунд за Virtus Pro. Истребление юиспов. Все, разобрались, 2-3, и закупка будет у сербов. Причем закупка вполне нормальная будет, хорошая. Должны, я думаю, быть и АВП. Хотя я всегда не угадываю с экономикой, я не знаю. Ну нет, вроде закупка в этот раз. В этот вообще раз я вижу пару ФАМАС в БГД онлайн. Окей. Что-то не самое у них лучшее происходит с экономикой. Даже 3 ФАМАСа. А то и больше. Ну хотя. Возможно, да, это просто фанаты из Нила все. То есть должен был. Нет, тут просто не в этом дело. Тут очень много смертей у них. У них, при том, что они ведут пока еще в счете 3-2, там 5 раундов розыгрыша, у них 2 человека 5 раз умерли, ну, в общем, и так далее. То есть достаточно большое количество смертей, очень часто оружие терялось у сербов. Ладно, смотрим. От планта А сербы, конечно, будут пытаться отбивать, у них численное преимущество есть, но, правда, вот позиционное это численное преимущество может и не вырасти. Вот сейчас вот Кибакин, жалко, конечно, со вторым не справился, сейчас будет намного сложнее россиянам, но так вроде бы Майс убил своего отлично. Ой, хорошо, хорошо, и... отлично. Да, хорошие фраги. И, в принципе, раунды, вот клетчевые раунды в неравных составах, там, в неполных составах, наши разыгрывают пока удачнее, это хороший знак. Потому ну, что в целом, ребята выглядят очень так уверенно, спокойно, все под контролем. Мне нравится. Ну да, мне пистолетка только по большому счету пока не понравилась. Все-таки, ну давайте будем верить в лучшее, да, что наши выиграют сербов и пройдут дальше, попадут на ДТС. Все-таки вот если они планируют ДТС обыгрывать, то надо что-то с пистолетками-то сделать. Нужно на другом уровне их проводить. Так, у нас закидка, зажим. Он, вернее, квадрата получается, да. Да, тут вообще масса с виспами. Массина в центре, ну массина, наверное, заберут. Заберут сейчас игроки, которые из котов поднимаются. Пока медленно, во всяком случае, ВП действует. Аккуратно стараются. Но, в принципе, инфа уже есть, что много пистолетчиков, то есть, скорее всего, это не закупочный раунд. ВП, конечно, это прекрасно понимает. Поэтому разыгрывают надежно. А вот Хучача, кстати, могут спину забрать, но Хуча не промах. Ожидал он такого маневра и без потерь. Без потерь. Вперед выходит ВП. И так инициатива к ним перекочевала. В руки. Вот, но тут расслабляться не надо. Сербским ребятам, они тоже, в общем-то, играя с поляками, в половине, в которой у них мало что получалось, они вообще как бы так рассыпчатую игру такую показали, то есть не особо убедительно. Но с другой стороны, смогли показать во второй половине неплохие раунды, там действительно и по скиллу, и как-то вот по взаимодействию все не так уж и плохо было. Вот, поэтому, если вот сербы, гановые раунды, мне кажется, сербы должны разыгрывать очень грамотно. Ну, посмотрим. У нас АВП у Массины на банане, он тут снайпер команды. Кейт Флинт, он же Зевс, у нас на рядом с котами за ящиком. Шакита в центре. Акселер смотрит зигзаг. И, в общем-то, вот
так пассивненько дефенс выглядит. У сербов так они особо никуда не лезут, играют вот от своих позиций ровно. Наши трое на квадрате, Кибакин с котов, и Лек может выходить в темпе через метро, да. Начал выходить, сейчас минус 2 от Кибакина, да, отлично, на котах. Сейчас и третий минус сделает, заметил одного. Инфу дал, пытался прожать, немножко на халяву, но не получилось. А остальные так проходит по банану с бомбой, то есть такой развод получился хороший. Да, Кибакин тут сейчас просто всех убьет, мне кажется. Ну нет, нет, не дали Антошке замочить. Так, здесь позиции надо занять, желательно занять вверх кому-нибудь этим иглом. А ты, смотри, все еще не понимаешь, что плант на А или... Ой, ну поняли, в этот момент Эйл сразу же вколотил, просто отличный хедшот. Да, и сейв будет. У него АВП, ему не вариант, конечно, прыгать против трех игроков, прошедших на плант Б. Объективно. Сейчас Эйл идет по его душу, уже сзади хуч поджимает с кишки. Так, а Масина-то сражается, сейчас Хуч должен его... Или нет, Масина смотрит себе спину, слышит Хуча и... Нет, не слышит Хуча, Хуч крадется. 5-3, и вот я боюсь, чтобы не получилось так, что Виртуса отлично играет первую половину, а вторую салют, как это, в принципе, у них бывало на Тускане против Москву Файв, и не только. Чуть ли не 12-3 они выиграли первую сторону, а потом очень жестко сливали. Все-таки я не помню провальных половин у Virtus.pro именно в дефенсе, поэтому то, что они начали в атаке играть, и, в принципе, действительно по делу сейчас раунды забирает, пятый раунд к ряду, да, в общем-то, хороший знак. Я думаю, с дефенсом проблем не должно быть. Нет, то есть они могут, конечно, в любой момент, в любую сторону возникнуть, в любой команды, но это не та вещь, которую, пожалуй, можно прогнозировать в данной ситуации. Ну да, будем надеяться, что все Очень серьезно сейчас квадрата поджимает, Кибакин, ну... Пожалуй, надо попытаться максимально количество фрага сделать, ну то есть фрага 2 еще хотя бы одного забрать, но нет, не получается. Ну, в принципе, покоцал очень серьезно. Экзекутор 21, Кейт Флинн 9 и 80 хп у Шокет. Это же не самый приятный расклад, и при этом дал время Кибакин своим ребятам на постановку планта в районе Б. Так. Шокет стреляется по длинной. С Иволом, но решил отойти. Сейчас уже отвалился он от Хуча. Хуч еще одного забирает, Кейт Флинн. Так, и у нас Акселер is on fire. Как он подписался. И так, что у нас? Экзекьютор у нас сейвит. Да, экзекьютор у нас засейвил. Калаш засейвил. Ну, тоже неплохо. В такой ситуации. Шестой раунд, тем не менее, закупка у сербов. Если наш побеждает в этом раунде, то, в общем-то, скорее всего, победителями они закончат первую половину, это уже хорошо. Вот, но смотрим. Закупка у сербов. Это все серьезно. Тут нужен Кибакин со своими минусами. Кстати, Антон пока хорошее впечатление оставляет, это именно по этой игре. Сейчас, вроде, всех хорошо убивает. Всех все хорошо. А, и выход коты плюс кишка. Наш целых два человека по кишке. Куча кота простреливает. Пытается что-то разглядеть в дым. Майс по центру. Тут очень серьезно Ивола поджали, но Ивол дал информацию, что двое игроков находятся на пункту. Накидка флешек попадает там в голову кому-то возле метро, кому-то. Сейчас Куча подсаживает на ящики, он должен просто врываться. Или где там враги-то? Так, Куча. Минус. Второй минус. Ну нет, сербы тоже отвечают минусами, сербы тоже борются. И тут еще экзекьютор на планте остался живой, это очень опасно. Поэтому Митя не торопится он с ним стреляться. Понимая, что еще и в центре есть игроки. Ой, ну как не получилось по стрельбе у Богданова. Так, Майс забрал одного, минус еще 2. На планте пас, ну... Ай, обидно. Экзекьютор, да, вытаскивает этот раунд. При этом так, в принципе, хпшки-то оставались у Майса. Мог он, наверное, не торопиться, попробовать все-таки как-то обыграться чуть-чуть по-другому. Ну ладно, не получилось. Оружие хорошо повыбивали, АВП. У самих у них должна закупка быть. Им надо попробовать вот этим раундом додавить сербов, сербскую экономику. Должны они ее так поломать. Смотрим, Evil Lex Кибакин. Играет достаточно агрессивно через коты. В общем-то, ВП... Ой, экзекьютор ворвался под флешку, тут жесткая аркада и минус 2 просто. Да, агрессивные стратегии, видишь, они хороши, но вот пока наши, к сожалению, ловят на таких вот детских немножко ошибках. То есть не получалось с поляками толком нашим аркадить зачастую, да, в
какие-то вот казусы все время происходили. И сейчас тоже все так неоднозначно совсем. И вот справился с фрагом на зоне. Минимальное преимущество численное у сербов. И сербы, главное, что они все с одного фланга практически идут. Но, правда, Алексера, да, все-таки возвращается. Ивелу придется с Алексера пострелять немножко. Почему-то его Алексер называю, хотя он Акселер. Ну ладно. И не справляется он, к сожалению. Сейчас будет все намного тяжелее. Ой-ой-ой, в одиночестве остался Кибакин. Пытался тут геройский подвиг сделать, но, пожалуй, в такой ситуации это было невозможно. 1 в 4 все-таки, плюс без возможности для маневра. А выравнивается игра потихонечку, сербы так, скрипя зубами, но все-таки отбивает худо-бедно. Нашим надо внимательнее проводить начало раунда сейчас. Пока вот, к сожалению, есть какая-то проблема небольшая именно с нашими первыми фрагами. Точнее, даже, знаешь, не столько с первыми фрагами, сколько с аккуратной игрой. То есть даже не столько важно убить, сколько не умереть важно. Вот так. Снова как-то когда по центру от сербов. Да, но наши должны быть готовы к этому. Да, вроде бы они к этому готовы. Позиция не самая оптимальная на квадрате, но Хуч делает фраг. Убивает он. Сейчас Хуч делает второй фраг, потому что там отлично. И, возможно, да, еще и третий. Ну посмотрим, там Массина его поджимает очень неприятно. Ой-ой-ой, я не знаю, как он там. Массина выходит, будет, да, он с ОВП выходить. Может любого ужалить с ОВП. Может даже попробовать Лекса зайти. Ну, он промахивается, есть минимум инфа. Убивает Лекса. 3 в 3, уходит на Б. 19 хп у Массины. Кейт Флинт тем временем глубоко на Апланте, но он тут, в общем-то, если что, быстро хапанет и... Axel is on fire, играет в доме, смотрит как зигзаг. Отлично, Май спину зашел с длины. Отлично. Кейт Флинт на А, Акселера на мостике, да, в доме. Опаснее всего, наш выходит через бананы, при этом Майс очень резко позицию поменял, правильно, он заставляет Акселера думать, что где-то находится где-то рядом, а на самом деле у Майса, в принципе, задача будет достаточно простая, ему надо будет просто контролить спину сейчас. Так, Кейт Флинт пострелялся не самым удачным образом, но вот это вот вообще непонятное действие для меня. Кибакин тут, по-моему, ошибся, но хпшек не слишком много, правда, у Майса тоже не фонтан с хп явно. И берут раунд, вот такой вот раунд берут, 3 в 3, даже 2 в 3, при том, что позиции у ВП были просто железобетонные, я бы сказал. Тут еще и по хп очень мало, и у Кейта Флинта, и у Акселера. В этом раунде, то есть, ну, это раунд, конечно, да, это фейловый раунд от ВП, однозначно. Опять же, какие-то вот эти непонятные прыжки, перебежки без контроля карты, да, то есть опять на Кибакин, ну, Кибакин просто ошибся очень серьезно. Не, нельзя, конечно, если ребята планируют там в плей-оффе что-то показать, то есть тут еще вопрос про выход из группы, он актуален, да, но даже если там с прицелом на плей-офф, то такие ошибки точно, ДТС точно такие ошибки не простят, и тут надо играть намного более аккуратно, намного более собрано. Я не знаю, почему команда иногда действует вот таким образом. Хороший фраг за Хучом остался, вроде бы со стартовыми. Все в порядке пока. ВП. Лек подсаживает одного из своих тиммейтов. Будут они проходить на план, но то надо Кейта Флинта попробовать забрать. А это, к сожалению, не получается. Ну, со второй попытки получилось. Плюс Evil. Отличный зажим от Майса. Ну, такой отличный, именно в ключе даже не результативности, а скорее такого психологического давления. Выдавил он двух контров в район длины, сейчас уже Массина убежал. И Массина с АВП надо, конечно, попробовать отнять у него его. Да, спину забирает Майс. Седьмой раунд для АВП. Да, уже не все так радужно. До этого, да, было, в принципе, намного лучше. Да, все нормально. Никаких проблем тут нет. Вопрос в том, как за вторую половину начнут, как там. Радужно, не радужно, как бы это чемпионат мира, в конце концов. Команд слабых. Ну, есть слабая от команды, откровенно говоря, есть слабая. Много слабых команд, я сказал бы даже так. Белград онлайн к ним, пожалуй, по минимуму относится. Вполне команда нормально играет. По-человечески. Как видишь, ребята не тушуются, бегают в аркады. Это, в общем-то, показатель того, что они способны они играть или не способны. Там, может, по стрельбе где-то, если не вырастает, то это, знаешь, это полбеды. Лекс разбирается на банане. 8-6. 9 раунд, хорошо, чтобы остался за ВП. Тогда такое преимущество будет неплохое. Россиян. Вот, но посмотрим, там у сербов закупка на последний раунд. Может быть, АВП будет у кого-то, я не вижу, правда. Но вот у Массина вроде бы... Сейчас посмотрим, с успом пока Массина бегает. Остальные игроки вроде бы кольты разобрали, там никаких изысков мы не увидим.
Ну и Массина с кольтом тоже. 5 кольтов, насколько я понимаю. Да, нормальный закуп, там поджим с центра, с котов уже. Вакенфраг. Еще могут поджать Антона сейчас, ему тут главное сменить позицию, причем сменить ее очень аккуратно. Тогда все может получиться. Он почекал угол, да, минус 2 уже от Кибакина. Еще там третий игрок, вот третьего не ждал, и плюс там еще 3. Это даже уже четвертый был игрок. Так, Массина убили, и можно Б, в принципе, выходить. Но главное, только чтобы спину не забрали. Ивол забирает экзекьютора, последний игрок. Аксер из On Fire играет через перемычку, будет заходить в спину, но ему противостоят 3 игрока сразу. Российской команды, и тут, наверное, тяжело будет что-то сделать. Сербскому игроку 9 раунд должен остаться за ВП. Да, смотрит банан, все хорошо. Дал один фраг, 32 хп у него остается. Лев должен понадежнее немножко сыграть, он тут свою позицию не раскрыл, да. 9-6. Нормально, в принципе, сеточка в дефенсе, это уже будет огромный-огромный бонус для наших парней. Ну и вообще дефенсом вроде бы все в порядке было, тьфу-тьфу. Да, плей-офф совсем скоро у нас. Хотелось бы, конечно, ВП там увидеть. Да, насколько я помню, матч плей-офф сорвут 12 часов, то есть будет часовая разница. Тут... Перерывчик небольшой. Ну там, да, там будет перерыв, пока ребята доиграют, пока они подключатся, по большому счету. То есть как раз этот период. Ну, видимо, перерыв на обед, потому что я смотрю, тут у Никсона в Твиттере появилась запись, что это время ланча. Ну, конечно, надо покушать всем, все сыграли там по 2-3 игры. По 2, вернее. И, конечно, да, набраться сил перед плей-оффом. Пополнить запас энергии, так сказать. У нас пистолетка, рестарты. Будем смотреть на расстановку Virtus.pro. У них, в принципе, есть стандартный набор пистолеток. Точнее, стандартная пистолетка. Набор это я уж так лишку дал. Мы помним, что Evil при этой пистолетке находится во вполне определенной позиции. Но сейчас, кстати, что-то другое предпринимает ВП. Несколько иначе они стараются сыграть. Да, Сибир тут зигзаг плюс банан. Ну там Лекс на пассиве, в принципе, играет. Мы посмотрим, как Леша справится. Так, пытается он дать минус, ловит флешку, отходит. Аккуратно при этом позицию свою старается сохранить. Бомба поставлена. Так, ну что, бомба отличный поставлена, минус. Фраг от Лекса, еще фраг от Майса, тут надо не третий, умереть. Третий, четвертый, отлично, ну все, последнего акселера вообще в сухую, да. Замечательно. Да, ну дали поставить, ну в принципе расчет, исходя из стратегии, он как раз на это и был, что Лекс в одиночестве, с успом, он конечно никак не сможет остановить пайглоков через банан, и следовательно его задача была просто сохранить свою позицию, пожить, отдать плант ребятам, но зато не позволить им залезть наверх. И уже отбивать вместе с своими тиммейтами, подошедшими на помощь. Пистолетка за ВП. Один экраунд как минимум будет у Шокицы и компании. Просто вижу, что Шокицы тут с флешкой, по-моему, единственный человек, который с флешкой. Так, да, бегут по зигзагу, смотрим. Ой, там может быть жестко на муви кто-нибудь собрать из ВП. Ну, я не знаю, там Кибакин, да, в принципе. Кибакин причем хорошо так спрятался. Майс помогает, ну вообще... Да, роскошно. Хороший раунд, надежный. То есть вот так вот эти раунды должны проводиться, по большому счету, в данном случае. А вот сейчас уже будет закупонька у сербов. Это вполне однозначно. Да, закупонька. Закупонечка. ФАМАС, МКА. Ну, нормально все, нормально с деньгами. Есть просто, видимо, исключение. Пора. В целом все окей. Поджимчик отрывил Хуча по центру, я вижу. Так, ну-ка, лучше Лекс поджимает банан с ВП. Кибакин поджимает зигзаг. В общем, поджим со всех сторон от Virtus.pro. Шакица и Кейт Флинт, это у нас здесь, проходят с калашами достаточно быстро на план, будут выходить. Причем так опасно. Позиция у Майса такая не самая оптимальная для войны. Ивол занимает позицию тоже внутри планта А. Ну и Ивол должен, в принципе, принять неплохо эту точку. Да, так, у нас открытая дверь. Хороший, справился с минусом. Правда, серия разменов не самая удачная. Серия разменов все-таки за сербами. Застрял в дверь, Кейт Флинт застрял в двери, посмотри. Какая... Да, да, вижу, 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 это... Да, ерунда. Ой. Получилось сейчас. Он застрял, и плюс у него бомба там. Ну, бомбу-то он, наверное, скинуть сможет.
Но все равно не очень приятно. Да, бомбу он скинул. А, так, застрял Кейт Флинт. Это, конечно, лолошечка. Да, вот она, забагованная карта. Хотя сейчас он может дать такую хитрую флешку какую-нибудь. Может, да. Он тут максимально полезно пытается играть для команды. Но тиммейты, по большому счету, справились без него. Да, смешно. В двери застрял игрок сербской команды. Ну, было бы особенно обидно, если бы они проиграли раунд именно из-за этого. Но нет, все хорошо и скорее забавный момент, чем печальный. Ты знаешь, было бы печально, если бы, например, бомба где-нибудь там была внизу метро, да? Да-да-да, и нужно было бы бежать через коты, и с другой стороны, там бы Лекс бы всех бы порешал бы. Да. Но этого не случилось, ладно. Проехали, мать поджимает центр, Лекс. Смотрим. На, ну ESP, отдача, ребят. В этом раунде ничего интересного не будет. 11-8 станет счет. И, в общем-то, да. Огромного разрыва и нету. 11-8, да, ВП надо, конечно, обидно, что они так вот раунд отдали, не самым лучшим образом. Опять же, там потеря игрока в начале игры для контров, это, конечно, большая печаль, да, когда игрок без размена падает. Это, пожалуй, можно сравнить, там, я не знаю, с нюком, наверное. То есть, когда в дефенсе игрок совершенно без размена падает, это значит, что точка на какие-то первые даже там секунд 5-6 остается, ну, если не совсем без прикрытия, то в очень слабом прикрытии. Там, как правило, другим игрокам приходится очень много менять позиции, то есть вносит это серьезные коррективы в игру. В этом смысле надо со вторым где-нибудь попроще. Тем временем проходит коты, да-да-да, Эвил воюет, помогает ему хуже, должен делать минус, не получается. Сейчас. 2 в 4, где у нас, ребята, Лекс на длине, Кибакин делает минус. Кибакин, главное, на центр не открываться, там очень опасно все может быть. Там куча дымов лежит, ничего не видно. Да, ну там Мастина опасен в центре, Мастина, конечно... Убили Мастину, замечательно. Лекс, минус 2. 12 хп, причем на котах, у Акселера, да, и все, Лекс разобрался с ним, отличный раунд. Да, очень важно было взять этот раунд, а начиналось все опять не очень хорошо, опять не могут наши дать нормальные размены. Вроде бы Ивол один в один разменялся, то есть хотя бы хоть что-то, хоть как-то, но при том, что там находился рядом Майс, если я не ошибаюсь. Хуч. Хуч, да, там находился на кота? Да, Хуч, он просто вот, не смог убить, на него вышли, нет. И он умер. Не очень удачно сыграл, видите. Но взяли раунд, это важно. Сербам, правда, дали поставить, у сербов экономика сохраняется на плаву, у них закупка есть, гранаты есть. И они как минимум один раунд еще поборятся на равных с контрами. Даже, может быть, некоторое преимущество будет. Там поджимают ВП-коты втроем, массой. Ну-ка, но там, похоже, никого нет из терроров, да. Возможно, перемышки убьют кого-то, да, минус. Разобрали, идет на Б очень быстрая атака. Да, на Б вламываются, и там Кибакин должен принимать. На Кибакина вся надежда. Но Кибакин дал только один минус, дальше не смог. Правда, Лекс тут пытается... Хороший минус дал Алексей. Накидывает флешку, накидывает еще одну флешку. Еще одна флешка. И отвоевать. Только, по-моему, сам себе кого-то накинули, чтобы там такое было плохое. Не смог он убить одного. Эвил минус, и Акселера 1-3. Ой, ему тут накидывают. 27 хп было до гранаты Хуча. Хуч заканчивает раунд. Мы опять дали поставить. И опять, в принципе, три оружия потеряли. Мы, в принципе, по ходу наших стримов всегда отмечаем, что если контры теряют в раунде больше трех игроков, их экономика постепенно накрывается медным тазом. Вот. Но мы сейчас мы видим, что тут Хуч берет АВП и скидывает одному из своих тиммейтов. Лексу. Алексею Колесникову. Видимо, бананом будет держать. Уже держал он банан с АВП. Поджимал. Сейчас, думаю, будет не исключение. Или что? Исключение. Держит центр он с АВП, Б у нас держит Кибакин, да, зигзаги вообще, то есть отпускают Б, и, наверное, зря, потому что сейчас... Ну, посмотрим сейчас, как Киба сыграет, пока будет холд у сербов, они так прямо ориентированы очень жестко на холд, это видно. Экзекьютор дал фраг стартовый для своей команды на банане, Митя пока не очень там эффективно действует, именно в одиночестве, хотя там вроде бы была поддержка от тиммейтов, но тем не менее. Лексу приходится тут немножко суетиться, да, Лекс уже... Так, все, наигрался Лекс. Вся игра с АВП его да, закончила. Да, он прям неосторожно перемещался по центру, да, не держался за ящики. И Б-плант у нас никто не смотрит. Это не очень хорошо. Совсем не хорошо. Да, прошли уже на Б. Сейчас будет вырываться сзади Эвил и Бакен. Майс, и Кибакин с дома. Минус уже сделал, 3 в 3. Кибакин тут... Вот задача, да, тут отлично себя максимально внимание. Эвил. И в 2 в 2 будут пробовать, в принципе, сотые все. У Кибакина вот КП не так хорошо. Отлично! И Акселеру сжимать вдвоем нужно, да! Отлично, опять. Опять двое игроков ВП остались живыми.
Так, у нас что, диффузер? Все, слава богу. Двое игроков ВП всего лишь живые остались, и опять сербам удалось поставить. По большому счету сербам тут мало чего остается. У них уже пятый раунд отданный в этой половине, учитывая, что взяли они 6, поэтому неудивительно, что ребята стараются закупаться. Тут даже если дойдет дело до Галилов, а в общем-то до них уже дошло, насколько я вижу, ребята все равно будут закупаться, все равно будут пытаться хотя бы вот на волевой дотащить. У нас пока проблема есть со стартовыми фрагами в дефенсе. В общем-то, не самая характерная для Тускана проблема. Может, Слег будет пытаться исправить это? Да, вот... Не получается исправить это. Снова стартовый фраг за Сербией. И снова на Б прошли. И снова ребята прошли на Б. Акселера разобрался с Кибакиным. На этот раз всяких вот этих маленьких чудес от Антона Колесникова мы не увидим. Нашим вот надо сыграть просто от дефолта, вот от, просто взять свой надежный дефолт, отлично его сыграть, без всяких вот этих вот разменов нехороших, и в общем-то все. То есть раунд, мне кажется, должен прийти в копилочку Virtus.pro без особых проблем. Сейвят у нас два игрока. Да, причем сейвят тут вот в интересной позиции, подсадочка на балкончик, коврики, вот мы видим, кто это у нас тут, Эвил, наверное, или кто, или Майс. Ну, тут там экзекьютор, может быть, и встретится. Да, его встретил с экзекьютором. Опять два зацеленных оружия, но при этом не все так здорово для ВП. Может быть, сейчас мы посмотрим, будет ли у них эко-раунд, или будет у них докупка, или что. Сейчас ребята, как мне кажется, перебарщивают вот с этой агрессивностью чрезмерной, то есть вот эти вот попытки поджима в одного. То есть они, конечно, хорошо, это проявление какого-то индивидуального скилла, проявление инициативы. Но все-таки как-то они такой немножко сумбурный характер носят, и может быть из-за того, что просто заканчивается каждый раз не очень хорошо, и просто раз уж такая система, то можно отказаться от этой тактики теоретически, что мешает. Evil сейчас убивает Кейта Флинта, это Зевса. Так, но ребята проходят пока там очень агрессивно, Майс и Evil, им надо бежать крайне быстро, им надо просто со всех ног ломиться, а ребятам в центре, особенно Кибакину, ему важно не отдаться, тут... Ой-ой-ой. Ой, отличные минуса, Майс, Эвил. Ну, убивать Акселеру. Но... Ой, что творит, а? Минус 2 уже делает. 3 хп у Акселера. Отлично. И забирает это дефуз. Смотри, кстати, не... что пишет Циклон, что Гитрайт стоит за спиной Кибакина, наблюдает за его игрой, принимает опыт, все дела. Ну, это, да, тонко, окей. Нет, ну, принимает опыт, я не знаю, а вот он действительно стоит у него за спиной, наблюдает за игрой. Ну, интересно. Он опасается. В принципе, Гитрайт, наверное, несколько раз только видел Кибакина, буквально там. Я не знаю, даже на каком ивенте, в принципе, они могли с ним пересечься. Но, как минимум, там на нет, на финалах Intel Challenge Super Cup. Ну, хотя, да, на финалах Intel Challenge Super Cup восьмых вроде бы было были и SK, и Virtus.pro. То есть, но просто не каждый раз. Мы понимаем, что все-таки ВП в международных турнирах участвует очень редко. Но пока, вот на данный момент, на лановых. По вполне понятным и объективным причинам. Так, Майс сейчас вышел из зигзага, дал неплохой минус, а вот тут дальше уже фокус пошел по Кибакину и по Майсу. Лекс, правда, хороший задел такой для победы на этой карте сделал в виде двух фрагов, 3 в 2 ситуация, при этом 16 хп у Зевса. У него, правда, есть калаш, а вот его тиммейты всего лишь дигл. Ну тут тяжелая ситуация, до сербов, конечно, им будет тяжело. Ой, вырулить. Поймали экзекутора. И последний минус нужен. Нет, пока. 2 хп. Кейт Флинт. Да, и все, это ГГ. Да, это ГГ, мы поздравляем Virtus.pro с проходом...